Всем хаюшки, с вами я, Александр, от канала Аймбот, и у нас играл Лангерсер. Сегодня мы потянем новый баннер, который добавился не так давно. Персонажи здесь, конечно, не лимитированы, но тем не менее, здесь есть гарантированный, кто-то выпадет из этих трех персонажей. Вот, поэтому давайте первое вращение, посмотрим, что у нас будет. Вращений у меня немного, на самом деле 30, а то может 50, это максимум, что я могу вам выдать. Поэтому давайте будем надеяться, что что-нибудь да выпадет. Вот, первое вращение, ничего нам не выпадает. Вот, будем надеяться, что в последующей будет все у нас хорошо, все будет офигенно и контентно топово. Так, поехали, второе вращение. Так, ребятки, давайте зажмем кулачки. Угу. Я нажал нечаянно, ребят. Я нечаянно это сделал. Но здесь реально ничего не выпало тоже. Блин, да, одна даже одна СР-ка. Какая СССР-ка? Там только одна СР-ка. Так, давайте еще. Еще. Третий. Это вот то, что у меня есть за билеты. За билеты. Ну нет, ребятки, третье вращение и ничего. Самое будет обидное, если вообще ничего не выпадет. Это будет очень плохо, это будет очень тоскливо. 2000 еще кристаллов у меня есть. Ну давайте попробуем билетик еще один израсходовать, который тут остался. Вдруг с одного-то билета у нас и раздропается что-то. Нет. Останавливается это простая эрка, поэтому... Ну, эрки я практически все прокачал на максимум. Поэтому уж как-то так вот. Просто фрагмент сейчас обменим, все. Вообще, хочу дихард, потому что, ну, дихард очень неплохой бафер, то есть много куда заходит по бафам. Вот. Также, в принципе, мне неплохо, почему на этот баннер тяну, юная Джессика мне тоже довольно-таки нужна. Вот, в узы, там, прокачать узы. Вот, и, в принципе, ну, аустрель, я не знаю, аустрель это просто лук. Лук. Нормальный средний лук. Поэтому, почему бы и нет? Я знаю, что будет топовый баннер следующий идти, но я стараюсь каждый баннер тянуть и что-то пытаюсь вытянуть. Ну, нет. Походу, сегодня контента не будет, сегодня ничего не будет. Вот, опять всего одна СР-ка, ребята. Вы заметили, даже СР-ки не падают, по одной штуке всего. Всего лишь по одной штуке. Так, ну давай, дропни. Во, ребят, во. Так что быстренько вангуем, ребята, кто выпал, давайте, вангуйте. Ну, хотя бы кто-то, я уже думал, никого не будет, потому что, блин, ну, это последний прокрут, который у меня был. Я не хотел тратить кристаллы, но, тем не менее, пришлось, потому что иначе вообще ничего не вытянул. Так, хотя бы что-то. Ладно, давайте будем смотреть. Давайте, дихард, кричим. Не совсем дихард выпал нам. Так, ну окей, ладно, пускай будет так вот хотя бы. Я сделаю еще скриночек, не знаю зачем, но я для чего-то делаю. Фотоотчет все дела для себя, для успокоения. А может еще что-то будет? В принципе, еще есть возможность что-то получить. Так, эрочки. Нет, эрочки не то. Эрочки совсем не то. Здесь тоже у нас не то. Не, короче, смотрите, одни эрки. Все. Ну, в принципе, по крайней мере, здесь одна СР-ка и одна ССР-ка. Персонажа этого я, наверное, вам не буду показывать, потому что персонаж довольно-таки не новый, поэтому видео будет очень коротким, поэтому как-то вот так вот, ребятки. Вот, давайте тогда на сегодня это все. Встретимся мы уже на стримочке на следующем видео. И всем хорошего настроения, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока-пока.